шарфы, шали, палантины, снуды, бактусы, кашне – это все шейные изделия, которые очень востребованы зимой. И если молодежь предпочитает стандартные изделия мрачных тонов, то люди с развитым вкусом ищут изделия, украшающие, показывающие, что у них есть вкус и возможность этот вкус реализовывать. Такие люди покупают или вяжут с учетом решения задачи быть нарядной, а не сливаться с толпой. Добрый день, с вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Зимой бактус – это универсальный подарок практически для любой дамы. В отличие от шарфов и тем более от палантинов, они не создают мешков под одеждой, а прикрывая грудь и шею, плавно переходят в завязки. И наш новый мастер-класс по вязанию именно такого бактуса из мохера. Так как осень наступила, птицы улетели, то мы и назвали его «Птицы улетели». Изначально стояла задача связать серповидный бактус самым простым способом, потому что описание из интернета уж очень нетехнологичное. Можно связать проще и сложны для понимания, то есть подразумевается более высокий опыт вязания. И в результате этого немногие понимают, как связать такую оригинальную вещицу. Но если вязать по нашему варианту, то вам не придется делить изделие на три части и каждую часть вязать по своей технологии. Один раз посчитали и дальше вяжете. И он сам закрутится. Уровень вязания начинающий, а именно умеющие делать набор петель, пробовали вязать частичное вязание и при вязании не слетают петли. Для вязания по нашему мастер-классу не требуются дополнительные приспособления. Вяжется он одинаково на любой машине. Мастер-класс показан на машине с нитеводом Silver Reed 840. На машине с ручной прокладкой выполняется еще проще. Расчеты не требуют большой точности, и вы сами выберете длину и ширину этого изделия. В уроке показаны определение длины и ширины изделия, расчет, вязание основного полотна с убавками, вязание перьев, вязание шишечек и обвязка. Если вам понравилось это изделие, переходите по ссылочке под этим видео и вяжите с нами изделие, которое украсит любую даму и будет оригинальным новогодним подарком в комплекте или самостоятельно.